Мы находимся на 258-й снежной дороге. Это старая дорога норвежская, которая соединяет города Ломва и Хиллесилд. Мы на высоте 1150 метров, 4 градуса за бортом, идет дождь. Вот такого, дорога вся грунтовая, но такая, спрессованный грунт. Немножко сняла, все остановилось. Никогда не тает. И вот так до самой следующей зимы он вот так лежит. Кемпинга здесь не будет по дороге. Царство снега и гор. И вот такого плотного снега. Выше человеческого роста. Такой асфальт. Невозможно представить, что еще сегодня утром было лето, а сейчас настоящая зима. Ничего себе! Представить было сложно, что такое в июне месяце бывает. Высота снега около 3 метра. Серпантин нижний.